удовольствием презентую вам браслет Нона. Посмотрите, насколько у него идеальное плетение, идентично дополнит одноименную цепь. И, кстати, обратите, пожалуйста, внимание на то, что у нас браслет, если вы приобретаете с цепочкой, шире почти в 1,5 раза. Я обожаю именно такие сочетания. Сразу же вы видите цену 999 рублей от 999 рублей. Зависит от варианта длины. И посмотрите на замочек. Карабин, классика жанра, самый надежный замок. И здесь же, на этом колечке, мы видим пробу, клеймо завода-изготовителя. Все чин-чином, все как и полагается. Это ювелирное изделие, это не бижутерия. Стоимость 999 рублей за самую короткую длину. И у нас для вас есть вариант от 18 до 21. Уточняйте, какие размеры есть в наличии. Ну а самое главное, какое-то изумительное плетение. Двойная нона, универсальная, базовая. Подойдет мужчине, женщине, ребенку, подростку. На абсолютно любое мероприятие можно надеть такой браслет. И я уверена, что у вас огромное количество украшений в вашем арсенале, которые будут сочетаться с этим браслетом. Любое золотое, любое позолотое, любое двухцветное украшение, где есть такие нежные тона, золотые, будут сочетаться с этим браслетом. Я уверена, что количество этих браслетов будет таять на глазах. Кстати, обратите, пожалуйста, внимание, 126, 305 – это номер лота. Запишите этот артикул и называйте цифры, заказывая этот браслет. То есть вы оформляете браслет, говорите, что он называется Нона, и сразу же называйте цифры 126, 305, чтобы не ошибиться. У нас широкий ассортимент, поэтому сразу же называйте цифры артикула. Ну и для того, чтобы не звонить два раза, хотя, ну, если вам хочется, почему бы нет, ведь звонок бесплатный. Но все-таки, чтобы сэкономить свое время, заказывайте браслет с одноименной цепью. Цепь Нона мы с вами уже отметили, это видно даже невооруженным глазом, поэтому я и линейку в руки не беру, что у нас браслет шире. Причем шире раза в 1,5, а то и 2. И это необычное сочетание, такое бывает действительно нечасто, как правило, цепь шире. Пользуйтесь вот такими уникальными украшениями для того, чтобы создавать гармоничные ювелирные образы. А еще, что мне нравится и на что я не могу не обратить ваше внимание, это алмазный блеск. Посмотрите еще раз, как сверкает и переливается этот браслет. Я уверена, вы издали подумали, что у меня браслет с инкрустацией, с бриллиантами, ну, либо фианитами, как минимум. Нет, здесь ни одного камушка нет в наличии. То же самое могу сказать и о цепи. Алмазная обработка грани восхищает, как я уже вам и раньше рассказывала, обработка происходит с помощью технического алмаза, носит поэтому такое название «Результат». Но кроме того, после такой обработки звенья блестят так, как будто бы в них инкрустированы бриллианты, алмазы. Именно поэтому, дорогие женщины, вот такое название «Алмазная обработка грани». Кстати, я хочу вам предложить вот такой вариант. Вы видите, что я приложила сразу же два браслета, и это не случайно. Милые дамы, два браслета тоже смотрится изумительно. Именно благодаря тому, что это одно из часто используемых и встречающихся плетений, не выглядит перенасыщенно. И более того, как дорого, как богато. Какой насыщенный блеск. Знаете, что лично мне нравится? Так это то, что здесь очень яркие вспышки. Вы видите, вспыхнул солнечный зайчик, побежал дальше, стал прыгать на следующее звено. Прыг-скок, прыг-скок. Вот такие вот зайчиковые прятки здесь у нас. И несколько блесков, несколько вспышек одновременно рождается на звеньях этого браслета и цепи. Вы видите, они буквально в унисон блестят. Вы хотите блистать на каждом мероприятии? Хотите, чтобы где бы вы ни появились, все взгляды были обращены именно к вам, чтобы вы были в центре внимания? Выбирайте и браслет Нона, и сразу же одноименную цепь. Будьте королевой любого бала.